Еще такие грибы можно измельчить в блендере, получится грибной порошок, его тоже можно добавлять к различным блюдам, как приправу. Что это такое? Друзья, всем привет! Меня зовут Юля, и вы на моем канале «Сладкий персик». Летом мы снимали очень много рецептов с сушилкой, и сейчас я вам хочу показать, какие продукты мы насушили и теперь едим. Сначала покажу вам грибочки. Здесь у нас белые грибы, а здесь лисички. Их мы сами не собирали, мы покупали их на рынке, специально для сушки, и совсем немного грибов я приготовила сразу. Грибы очень вкусные, ароматные. Запах просто фантастический, вот из белых грибов классно варить суп, их нужно предварительно замочить водой, можно пожарить, можно делать начинку для бутербродов, в общем, вариантов здесь много. Кошке тоже нравится запах, а уйди со стола, поставь на паузу, пожалуйста. Еще такие высушенные белые грибочки можно измельчить в блендере и добавлять как приправу в различные готовые блюда. Она очень ароматная и вкусная. А здесь у нас лисички. Из них тоже можно готовить те же самые блюда, как из белых грибов, варить суп, делать какие-то брускеты, если по-русски бутерброды, добавлять в пасту, в картошку. В общем, сушить грибы очень легко. И, кстати, это мой любимый способ заготовки грибов. Никакого маринования, заморозка тоже очень редко, я всегда их именно сушу. Это удобно, быстро и просто. Едем дальше. Сейчас расскажу вам про травки, которые мы собрали у дедушки на даче и насушили. Здесь у нас мята, я ее просто обожаю. О, запах какой классный. Кстати, здесь у меня мята вперемешку с мелиссой, и ее собирал дедушка, собирала я, мы ее сразу же засушили. В принципе, не обязательно пользоваться сушилкой, мяту можно просто разложить на столешнице или тарелке, главное не на солнце, а в тени, она сама прекрасно высохнет. Но сушилкой, конечно, пользоваться быстрее, особенно если у вас большой объем мяты. Мяту я в основном добавляю в чай, я просто обожаю пить крепкий черный чай с мятой, и также ее можно добавлять в различные специи, к мясу, рыбе или даже в десерты. Вторая травка — это черная смородина, точнее почки от черной смородины. Почему-то многие не знают, что так можно делать, но мой дедушка, когда обрезает смородину, точнее почки, он их собирает, хорошие почки, качественные, которые без повреждений, без вредителей, и мы их засушиваем и тоже добавляем в чай. Чай с почками черной смородины — это просто очень вкусно, обязательно попробуйте. Еще с дачи у меня есть вишня в такой маленькой баночке. Мне кажется, она хранится уже 2 или 3 года. И в основном я ее добавляю в чай чуть-чуть или использую при варке варенья из крыжовника. А еще муж мне напомнил, что мы добавляли вишневые листочки, когда делали быстрые огурцы в пакете. И дальше покажу вам ягоды. Это вообще мое любимое... мое любимое что? Короче, я очень люблю ягоды сушеные. Вот это у нас... земляника, она же клубника дачная, и это очень вкусно. Многие люди не умеют сушить клубнику, они в основном варят из нее варенье, замораживают, но сушеные ягоды — это просто невероятное что-то. Ее можно есть просто так вместо конфет. Сейчас я вам покажу. Вот она очень тоненькая, нужно тонко порезать, разложить и высушить. Вот, ее можно добавлять в чай, варить из нее компоты, сыпать в каши утром, или в творог, или в выпечку, или в кексы. В общем, вариантов очень много. Если вы приобрели сушилку или сушите продукты как-то другим способом, очень вам советую попробовать засушить ягоду. И, кстати, вот эта ягода здесь вот у меня сохранилась с позапрошлого года, вот внизу лежит, а эта с прошлого года. Она все очень вкусная и ароматная. Просто лежит в закрытой банке, не в холодильнике, стоит на кухонной полке с плотно закрытой крышкой. Здесь у нас черная смородина. Черная смородина мне тоже понравилась, но она очень кислая, поэтому есть ее просто так... мне не сильно нравится, но добавлять в выпечку или в чай прям отлично. Кстати, мы еще сушили вишню таким же способом. Вишня была слаще, намного вкуснее, чем смородина. Но в этом году мы решили так не делать, потому что вишни у нас было очень много, и мы ее просто всю заморозили. А так, в общем, вот тоже все лежит год, ничего не испортилось. Никакая моль, никакие червячки там не завелись. Главное... хорошо высушить продукты, чтобы в них не осталось влаги, взять тару с плотно закрытой крышкой, и чтобы тара и крышка были сухими. И еще у нас на даче растет очень много шиповника, его тоже засушила. Засушила. Блин, от зануны, да? И еще у нас на даче растет много шиповника, его я тоже засушила, тоже в сушилке. Вот он так выглядит. Его мы варим
точнее добавляем в компоты, и дедушка заваривает его просто в термосе. Тоже очень вкусно и быстро. Быстрее, чем сушить, допустим, на улице, на даче, на столе. Сушилка справляется с шиповником примерно за 10-12 часов. Здесь тоже у меня есть немножко шиповника и остатки яблок. Яблоки мы почти все съели. Вот так вот они выглядят. Это яблоки с урожая этого лета 2020 года. Их можно есть вместо конфеток и тоже варить из них компоты. Ну что, друзья, вы просили показать запасы, которые у меня остались с лета, показать, как они сохранились. Надеюсь, видео вам было полезно. Не забудьте, пожалуйста, поставить лайк и подписывайтесь на мой канал. Друзья, привет!